Как можно от такой не загулять? Ольгу Бузову, от которой сбежал Дмитрий Тарасов, публично опозорили. Екатерина Варнава редко вступает в конфликты. Чаще всего артистка публикует в Инстаграме рассуждения о жизни. А если критика и появляется, то она обращена в адрес покоров человечества, нежели к кому-то конкретно. Но сегодня участница юмористического шоу поместила негативный пост, чего вызвала бурю негодований у подписчиков. Екатерина опубликовала в микроблоге фото Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. Совместный снимок был сделан, когда пара еще состояла в отношениях. Кадр семейной идиллии Екатерина сопроводила нелестным комментарием в адрес знаменитой ведущей «Дома-2». «Мне жаль, что эти двое расстались, но как можно от такой не загулять?» «Согласны со мной?» – написала Варнава. Некоторые решили, что артистка просто привлекает к себе внимание и встали на защиту певицы. Решила пропиариться за счет Бузовой – это мерзко. А то про Варнаву все забыли. «Катя, зачем этот хайп? Вы же вроде не глупая. Ужас, как так можно над несчастным измываться? Нельзя так!» Другие восприняли пост как неудачную шутку, поспешив отписаться от инстаграма юмористки. Она не могла такое выложить. Внимательные же подписчики заподозрили ее участие в новом шоу «Comment Out». «Люди, успокойтесь, Катя, скорее всего, снимается в программе. Когда ждать выпуск?» – спрашивают пользователи. Дело в том, что по правилам YouTube-проекта знаменитость должна опубликовать смешной комментарий под постом другой. Если звезда этого не делает, то ей придется выполнять глупое задание. Возможно, что и Варнава всего лишь выполняла одно из правил игры, ведь совсем недавно она высказалась против критики творческих людей, а пост о Бузовой был вскоре удален. «Меня пугает, с каким упоением люди сегодня стали разбрасываться словами «ненавидеть других», с которыми вчера дружили, которых любили, потому что их творчество не совпало с чьей-то либо позицией. Меня пугает, какой лестью одни люди начинают считать себя выше других и отказываться и унижать коллег. Что происходит?» – поделилась артистка.